Ни реал, ни копейки не потратил на этот хадж. Руслан Садриев – один из тех особых паломников, кому в этом году удалось совершить хадж. Российский студент Исламского университета в Медине вытянул по-настоящему счастливый билет. Напомним, в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции саудовские власти разрешили совершить хадж лишь 1000 человек, подданным королевству и находящимся в стране иностранцам. Помню, когда тот момент, когда мы приземлились в Джидду, из Медины мы вылетали в Джидду, и когда мы шли уже к автобусам, нас провожали арабы, ну, то есть организаторы. И вот он мне вот именно посмотрел, мне сказал, Субханаллах, говорит, ты представь, что ты один из тех людей, которые сейчас вот идешь для совершения хаджа. Благодари Всевышний Аллах, Субханаллах, то, что ты один из этих счастливчиков. И на самом деле я вот это вот до этого момента, ну не было у меня вот этого эйфории вот этой, но после этих слов меня прям осенило меня, и на самом деле, Субханаллах, то есть вот-вот я совершу этот хадж, иншаллах. Руслан уже совершал хадж. В этом году планировал поехать в паломничество вместе с супругой. Узнав о серьезных ограничениях за коронавирусной инфекцией, он, как и многие его знакомые, решил подать заявку на специальном сайте. Получить положительный ответ удалось лишь ему. Когда ты понимаешь, что там может быть какой-то принц, может быть какой-то король, какой-то президент, какой-то чиновник, тоже было желание было совершить в этом году хадж, но Аллах Субхана не приписал ему, а приписал, так сказать, обычным людям. И в этом хадже были, что обычные, самые простые люди, обычные студенты, обычные рабочие. Это ты понимаешь, что это милость Аллаха Субхана. И на самом деле Аллах Субхана Тааля, он отвечающий на дуа. Россиянин признался, что хадж в этом году был динамичным. Не было ни очередей, ни давок. Практически везде, в Мекке и ее окрестностях, хаджиев возили на автобусах. Ходить пешком приходилось очень мало. Пилигримов размещали в гостиницах. Им предоставили лучшие условия в долине Мина. Снабдили всем самым необходимым для хаджа. При этом паломникам необходимо было строго соблюдать требования санитарно-эпидемиологических норм. Паломников разбили на группы. Их примерно было, если не ошибаюсь, около 50 групп, в каждом автобусе было по 20 человек, в каждом автобусе был свой руководитель, и было по два, если не ошибаюсь, да, по два было, так сказать, из медкомиссии два врача, которые каждый раз нам напоминали, чтобы мы меняли маски каждые два часа, да, отдавали различные, чтобы мы пользовались антисептиками, да, вот руки промывали, вот, чтобы было расстояние обязательно. Вот. И это все, так сказать, тщательно, все в строгом режиме, все это проверялось. Даже когда мы, если мы выходили куда-то там для совершения тавафа, да, заходили в мечеть, обязательно должно быть расстояние. То есть, бывает, мы же все равно забываемся. Мы так соскучились по Мекке, соскучились по, так сказать, по мечети Аль-Харам, по Кабе. То есть мы как бы рты пооткрывали, глаза там у нас, наполненные были. Радость, что мы наконец-то вернулись в Мекку, вернулись к Кабе, да. То есть мы забывались все равно делать какое-то расстояние, то есть, вот. И они нас, алхамдулиллах, то есть подправляли, там, говорили по-арабски, табаут, вот. Сколько стоила путевка в этот особый, ни с чем не сравнимый хадж, побывать в котором мечтали миллионы мусульман, а удалось лишь 1000 человек? Нас предупреждали, что этот хадж будет платный, то есть это, разрешение будет платное, буквально, может быть, от 3 до 15 тысяч реалов будет одно разрешение. Но когда уже объявили, вот, нам позвонили, мы, конечно же, переспросили, сколько нужно будет заплатить. Нам сказали, что обрадуйся, то есть, альхамдулилля, то есть, этот хадж будет полностью бесплатный. Все расходы покрывает король Саудовской Аравии. Да сохранит его Аллах. И на самом деле, то есть все было в этот хадж, называлось так, все включено. То есть от самолета, грубо говоря, от Медины, который был до Джидды, и вплоть до различных продуктов. То есть везде была, альхамдулилля, еда, везде было очень вкусно. Еще у нас не оставили подарков, альхамдулилля, каждому вручали различные подарки. Российский паломник отмечает, что хадж в этом году прошел на очень высоком уровне. На самом деле арабы, они справились с этой задачей. Да, организаторы именно по хаджу, то есть они были на хорошем, высоком уровне, потому что вот именно они организовали этот хадж, и был везде, так сказать, порядок. И по ним чувствовалось, что они, так сказать, немного переживали, волновались, что что-то, если пойдет не так. Потому что, на самом деле, весь мир сейчас, так сказать, наблюдает за этим событием,
То есть они, так сказать, очень, ну, достойно они прошли это испытание.